Толпа, чернь, основная масса населения, не может жить по-человечески. Почему? У ней нет теоретических знаний и практических навыков, потому что нет свободного времени, так как все время занято работой и отдыхом у телевизора или бутылки. Да? То есть читать-то люди не хотят. Для восстановления, в кавычках, сил для нового трудового дня. То есть, смотрите, у толпе внизу нет теоретических знаний. Почему? Потому что нет свободного времени. А почему нет свободного времени? А потому что надо кино интересное по телевизору, да? Дискотека, бутылка, пиво правильное. Вот. То есть она невольница сферы производства.